Ученик Щелковской гимназии Валерий Белых принимает участие в мероприятиях в рамках проекта «Школа безопасности» далеко не в первый раз. В составе команды участвовал в различных слетах, соревнованиях по оказанию первой медицинской помощи, спортивных состязаниях. Парень считает, спорт необходим, ведь порой от физической формы зависит многое в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В экстренных ситуациях мы должны быть сильны как физически, так и духом. Вот. Мы должны в любой ситуации уметь помочь себе и другим. В универсальном спорткомплексе Подмосковья собрались школьники 8, 9, 10 классов, 24 команды щелковских общеобразовательных учреждений. Вновь в рамках проекта «Школа безопасности» Центра «Романтик» проходят соревнования по общей физической подготовке. В программе бег на 60 и на 1000 метров, подтягивания на перекладине для парней, а для девушек поднятие туловища в положении лежа. Дисциплины, казалось бы, привычные и для обычного урока физкультуры, но очень важные. Основа для поддержания физического здоровья. Проект «Школа безопасности» реализуется вот уже более 20 лет. И стоит отметить, подобные спортивные соревнования являются важной его составляющей. Задачи проекта, который начал свою реализацию в 1998 году, изначально стало практическое применение знаний и навыков школьного предмета ОБЖ. Чтобы ребята не только в школе изучали теорию и отвечали на устные вопросы, чтобы они могли руками попробовать, что это такое на самом деле, что такое оказать первую помощь, что такое вынести человека откуда-то, попробовать вес человека на своих руках, транспортируя его, если он получил какую-то травму. Наши ребята успешно, участвуя в течение года во всех соревнованиях и конкурсах проекта, достаточно результативно принимают участие и занимают призовые места на зональных этапах школы безопасности и на областных этапах. Анна Балиет, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».